Магазин барахольщика, свалка Автохэвен. Играем за Нею Карлсон. Смотри, какая она классная, крутая. Какой у ней классный причесон, да, такой фиолетовый. Одежда классная. Пол спины голой. Прохладненько, освежает. Да, ребят. Фух, ну что ж, начнем чинить. Генератор. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай, будешь за мной бежать? Да блин. Ой, ребят. Баганулось что-то. Капец. Отстало вроде. Я не мог двигаться. Сейчас вроде все нормально. Возможно, клавиатура заела. На одного уже положили. Окей. Ничего, спасем. Все будет хорошо. Настраиваемся на нужные, правильные, позитивные мысли. Мы спасемся. Мы спасемся. Говорит все чаще. О, боже мой. Главное не волноваться. Вот. Всем большущее спасибо за поддержку. Кто ставит лайки, пишет комментарии. Особенно тем, кто подписан на канал. И нажал на колокольчик, всем отдельный респект. Так, ладно, а, его уже спасают, отлично. Пускай спасают, может меня подхилят. Давай. Пожалуйста. Подхилишь меня? Ой, красавчик, ой, спасибо. Отлично. Ну, очень классно, очень приятно. Ой, блин, а зачем? Это было больно, вообще-то кость мне вправлял. Неприятно. Это был неприятный момент. Так. Ой, зато сейчас полегчало как. Ой, отлично. Сейчас я тебе помогу дочинить. У меня есть чемоданчик. Правда, он простой, но все равно поможет. Спринт наготове. Я наготовил все. Блин! Ой, прости, прости. Ой, прости, я все исправлю сейчас. Сейчас мы... Блин, все поправим. О, черт. Блин! Да блин! Что это такое? Капец! Пуф-пуф! А, и все назад откатилось. Жестко. Да блин! Мы его не чиним, мы только хуже делаем. Надо оставить как есть, наверное. Ой, сложно будет. Вообще, по-хорошему, надо найти тотем сейчас. Так, ну ладно, я думаю, мы один генератор дочиним. А, надейся, надейся. Блин, я думал, тотем проклятый разрушил, нет. Да блин! Да ну капец какой-то. Все, вот их, она моему чемоданчику. Будем вручную чинить. Черт подери. Поймали одного, поймали. Нам по-любому надо дочинить. Ребята вроде хорошие, спасают. Посмотрите, как забираются. Второй раз висит, блин. Потерпи чуток, потерпи, дружище. Блин, немножко осталось. Надеюсь, он будет сопротивляться. Блин. Вот это очень плохо. Вот это очень плохо. Не тот тотем очистил. Теперь мы все уязвимы. А, справа можно видеть, как шкала закончится. Тогда все будет нормально. А сейчас она просто с одного удара может нас положить. Один чувак уже бежит спасать ее. Отлично, пускай бежит. А я побегу другого спасать. И должно отлично получиться. Блин, ее положили. Какого черта? Я надеялся, что она спасет. Я надеялся, что она спасет его. Не добежала. Я уже не смогу успеть спасти. Лучше хотя бы кого-то спасти. Тем более, ты меня хилил, ты мне помогал, дружище. Все, беги. Ее уже не спасешь. Блин, печально. У нас совсем другие планы были. Но, видишь, она не добежала. Ой-ой-ой. Валим, разбегаемся. Разбегаемся. Беги, беги, беги. Она за мной побежала, отлично. Хотя, может быть, нифига не отлично. Валим, валим, валим. Я спасу тебя.
Давай, давай. Он промазала. Все, вали, беги. Отлично. Да. Герои всегда помирают. Зато я спас ее. Может быть, она мне потом поможет. Настрой осталось. Блин. А нужно тотем так и не нашли. Повисим пока что. Они пока хилят друг друга. Блин, ну шансы были хорошие. Ну не тот был тотем, видите? Уязвимость у нас была. Из-за этого она не добежала, из-за этого она его не спасла. И поэтому мы сейчас в меньшинстве еще одного положила. А там рядом еще один. Боже мой. Куда она побежит? Она мне побежала спасать? Капец, если ее сейчас поймают, то все, хана всему. Ой, ранила, ранила. Спасибо, она тоже, смотри, тоже жертвует собой. Благодарочка. Валим, валим, надо спасать. Упс. Поднимет меня, нет? Блин, она не поднимает меня. Так-то у меня осколок. А вот Ваньки встаньки нету. Блин. Капец, ребята. Ну уже, ну уже, у меня же осколок. Эх, могло быть все по-другому. Мне, в принципе, поднять можно очень быстро, легко. Другая пока что перематывается. Ой, ребят, очень плохо, он слился. Все, хана. И осколка больше нету. Ну, в том плане, не успел я использовать осколок. Поднимут меня, нет? Блин. Давай, давай, давай. Заметила. А, зараза такая. Все, подобрала. У нас двое осталось. Но это уже фейл, блин. Капец. Капец, отпусти меня, отпусти меня. Да ну отпусти ты меня, боже мой. Подожди, она мне... Она отпускает меня? Или нет? Я не понимаю, что она хотела. Крюк был сломан, наверное, да? Валим, валим, крюк был сломан. Она не знала, куда меня повесить? Надо оторваться. Так, это удача, это очень хорошо. Так, 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 так. Какого черта? Вы это видели? Меня просто телепортнуло. Так, тут завели генератор. Отлично. Перелазим. О, порчу погибель нашла. Но уже поздно, нас двое осталось. Ё-моё, и аптек нету нигде. А, блин. Хоть давайте... Очистим тотем, дополнительные очки крови пригодятся. Все, поймали. Поймали девочку. Капец. Через люк можем сбежать. Если что. О, аптека. Блин, там нифига нету. Капец. Чуть-чуть совсем. Она второй раз висит, да? Надо как-то добраться. Ой-ой-ой. Она где-то рядом. Мы должны спасти ее. Это наша обязанность. Мы уже рядом. Потерпи немножко. Она на пригорке, да? Так, вот, отлично. Бегу, 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 бегу. Все будет хорошо. Так, отличненько. Разбегаемся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин! Это было неудачно. Полетик, полетик, полетик. Не, нифига. Что она хочет? Она меня троллит? Она меня потроллила. А нет, подожди, она отпускает меня? Или повесит? Она отпустила меня? Серьезно? Ладно, хорошо, мы будем чинить. Мы чиним генератор. Так, я чиню. Ой-ой-ой, как страшно.
Может, ты уйдешь? Она, кажется, уходит. О, боже мой. Фух, она ушла. Она решила пожалеть меня, видимо, да? Капец. Может, она нас потом сольет в конце? Может, у нее задание выполняет какое-нибудь. Так, ну ладно, будем чинить. Это все равно дополнительные очки крови нам пригодятся. Какой бы расклад ни был. Мы все сделаем. Мы все сделаем. Лишь отпусти нас. Мы хотим жить. Так. Почему я себя называю во множественном числе? Я хочу жить. Да, я хочу жить. Мы должны сбежать. Может, мы через ворота сбежим? Вот, я не знаю, ей делать нечего, нянькаться с нами, пока мы все генераторы заведем. Что она задумала? Почему она решила нас отпустить? Не знаю, может быть, меня узнала. Не факт, конечно, но кто его знает. Но я благодарен ей. Спасибо тебе большое. Решили отпустить нас. Ну, это прям уважение. Я очень часто замечаю, маньяки себя очень хорошо ведут. Очень часто. В игре Dead by Daylight. Так, что будем делать? Положили, положили. А ее она весить будет? Вешать будет ее? Куда-то понесла, слушай. Чё, она ее повесила. А почему меня не повесила тогда? Почему мне дала шанс? Почему она мне дала именно шанс? Ребята, я не знаю. Она меня тоже повесит. Я чувствую, что она повесит меня. Где Люк? Где Люк? Почему она выбрала именно меня? Побежим за ней. Я здесь. О, нет, 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 нет. Короче, мне тоже хана, кажется. Ну все, она мне просто, видимо, шанс решила дать. Один. А, Люк, Люк-то рядом был, нифига себе. Ой, спасибо. Ой, ничего себе. Вот это фейл мог бы быть. Люк-то вообще рядом был, я не знал даже, она знала. Капец, спасибо большое. Ман просто решил мне помочь. Я не знаю, узнал он меня или нет. В комментариях напиши что-нибудь. ГГ. Спасибо большое тебе, Ман. Спасибо. За игру. Ну что ж, неплохо поиграли, ребят. Спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Особенно тем, кто подписан на канал и нажал на колокольчик. От хорошего настроения будет обязательно много каток. Вот. Надо похвалить его. Поставим лайк и напишем «хорошая игра».